Вы знаете, я вот когда сегодня приехал в ваш славный город, такой, да, изнывающий, и попал сюда, где уже успел остыть и немножко подмерзнуть, я все время вспоминал Норильский фестиваль авторской песни, который был в октябре прошлого года. Когда мы приехали туда, там было минус 30 на улице и плюс 5 в гостиничном номере. Потому что там ТЭЦ рвануло где-то за месяц до нашего приезда. И самое теплое место было на сцене, там лампочки горели. И концерт шел где-то часов 5-6. Ну, это, естественно, не я один там выступал. Все выходили греться. Вот. А здесь как-то так случилось наоборот, чему я несказанно рад. Когда я узнал, что в Москве 44 градуса было на днях, я решил туда не возвращаться пока. Да, поэтому сегодня уеду в Нижний Тагил. Там, говорят, попрохладнее еще. Ну, давайте будем сегодня общаться. Я думаю, что общение будет проходить в лучших традициях жанра авторской песни. Стульчик стоит, на него, пожалуйста, присылайте ваши записки с вопросами, я с удовольствием на них отвечу. Вообще, этот год для меня год особенный. Как-то так неожиданно я узнал, что в этом году исполнилось 25 лет с того момента, как я написал свою первую песню вообще в жизни. ЮНЕСКО не знает об этом счастье, но я объявил этот год годом себя. И все свои выступления посвящаю вот этой знаменательной круглой дате. Ну и в связи с этим как-то хочется, знаете, вспомнить песни, которыми в те или иные времена я открывал свои выступления. Потому что, сами понимаете, первая песня – это очень ответственное явление. За эту песню надо как-то, не знаю, понять, кто пришел. И те, кто пришел, должны понять, что же вышло на сцену. И в разные времена были разные песни. Вот долгое время свои выступления я начинал вот этой песни. Который день погода хмурится и лупит каплями дождя, а старшина опять волнуется, мол, снова лежа спать нельзя. А мы в забытой Богом Пруссии живем 2 месяца подряд, и по ночам про Белоруссию поет мальчишечка-комбат. Здесь звезды красные, зеленые, то снизу вверх, то сверху вниз. Здесь все становятся влюбленными в одну и ту же даму жизнь. И мы в забытой Богом Пруссии ее ловили на прицел. А наш комбат из Белоруссии с ней объясниться не успел. Опять погода что-то мается и сыплет каплями дождя, а старшина все чертыхается, мол, снова лежа спать нельзя. А мы в забытой Богом Пруссии живем 2 месяца подряд, и по ночам про степи русские поет другой уже комбат. Потом настали времена, когда я начинал свои выступления с песни, с такого диалога, разговора личности с обществом.
Причем личность эта сменилась по прошествии времени, а, по-моему, диалог-то остался. Я — это я, а вы — а мы другие. Я — это я, а вы — а мы не те. Я в небеса, мы люди небольшие, в землю глядим и не на высоте. Я как скажу, так сразу будет дело. Мы как один и сразу всей толпой. Я не ищу спокойного удела. Мы как один и сразу всей толпой. Я все могу, мы тоже что-то можем. Я все хочу, мы тоже все хотим. Все как один, да-да, мы все поможем. Смело вперед, мы лучше постоим. Все я да я, а вы мы все слыхали. Я это мы, а вы, а мы не те. Мы в небеса, мы же ясно вам сказали. В землю глядим и не на высоте. Эй, кто-нибудь, да-да, мы все на месте. Смело вперед, забудем про вчера. Вы в небесах, а мы внизу, но вместе. Вы где-то там, а нам домой пора. Пара-ра-ра-ра-рам, 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 пара-ра-ра-ра-рам. Потом настала пора, которая навела на грустные размышления. И на свет появилась первая песня, очень грустная, я бы сказал, трагическая где-то. А первыми уйдут толстые, и не потому, что много едят, а потому, что они толстые, и их сразу съедят. Вторыми уйдут рыжие, а рыжих у нас страсть. Не то, что рвачи или выжиги, а просто не наша масть. За ними уйдут гомики и педики заодно. Их всех посадят на омики, закроют и пустят на дно. С триумфом уйдут воины, исторгнув победы крик. Как лучшие части убоины, их купит любой мясник. А воинские начальники уйдут по цене другой. Их всех приравняют к чайникам и выгнут им носик дугой. Без шума уйдут идейные, вернее всех уйдут. Поскольку они идейные, то шуму не создадут. А с шуму уйдут глупые, по-пьяному, без оков. Им выделят полк с трубами и много грузовиков. И разные-разные лица исчезнут с портрета страны. За ними исчезнут птицы, поскольку не станут нужны. Умчит ветерок осенний, пройдясь колесом по струне. И тихо сощурится гений со снимка на белой стене. А нам еще мерить версты, и жить нам, и весело петь. Но все-таки жаль толстых, которым не уцелеть. Это очень грустная песня, знаете, так себя жалко сразу становится. Потом наступили счастливые времена, поскольку все мы приникли к экранам телевизоров, поскольку Латинская Америка косяком пошла просто на нас. До сих пор не отникаем от них, потому что Латинская Америка не собирается сдавать завоеванных позиций, и все новые и новые сериалы обрушиваются на наши бедные головы. Я считаю, что вообще всякий человек, который уважает себя и считает себя человеком интеллигентным, он просто обязан в жизни просмотреть от начала до конца хоть один латиноамериканский сериал. Вы знаете, я попробовал это сделать, вот, и
на многие вещи уже по-другому смотришь. Там, где надо плакать, смеешься. И просто как-то уже не замечаешь каких-то таких мелких бытовых неудобств, там кирпич на голову или это. Это все уже ерунда. После того, как посмотришь, какие страсти вообще бушуют на голубых экранах. Я все собираюсь написать трактат о медицине в Латинской Америке, потому что уж сколько я сериалов-то этих знаю. Ну, за десяток, наверное, точно. Как попал в больницу, считай труп, все. Они очень хитро так, от второстепенных героев и злодеев освобождаются. Меня убило, когда в прошлом году я приехал в славный город Барнаул, и барнаульцы мне с гордостью сказали: ты знаешь, у нас вот идет специально для нас, только по нашему барнаульскому телевидению, сериал там какой-то там Хуан, там Дюнь-Дюнь, Мария Тынь-Дынь какая-то там. Я посмотрел, там те же самые черные люди, жгучие бегают, все. Но потрясения уже такого не было, как после первого сериала с этой, с Вероникой Кастро, да? Вот, но с тех пор осталась песня, которую я так при случае пою и, как мне кажется, выполняю большую вообще миссию, потому что я возвращаю тех, кто слушает, в те славные времена, когда еще все это было в новинках, когда мы сопереживали полной грудью тому, что творится на экране, и вкушали эту сладкую лапшу на уши просто в полном объеме. Опять же, продовольственная программа тогда выполнялась по производству лапши на уши. Среди прочих иностранцев есть где-то мексиканцы. Живут они нехило и кушают маис. Но среди них нетленно есть бабушка Елена и муж ее Альберто и сын ее Луис. Все было бы нормально, но выдрась из спальни, супруги порешили сиротку приютить. И все тут зарыдали, и кушать перестали, и как-то очень нервно с сироткой стали жить. И все бы там сложилось, но вот какая милость, всю эту мелодраму пригнали к нам в совок. Конечно, рисковали, ведь мы уже рыдали над бедною рабыней, чей хакер был жесток. Вначале было туго, но как-то раз подруга узнала, что любимый другою овладел. И наш народ взорвался, и весь перерыдался, и все забросив нафиг, к экранам прикипел. Кубанские казаки, оправившись от плаки, решили, что Фернанду порубят токи так. А повар Калистратов, всем черно-волосатым, похожим на Диеху, борще давал мышьяк. Ребята из ОМОНа залипли на Рамону, кто глянет на Рамону, тот сразу руки вверх. Ткачихи Оренбурга реагировали бурно, и метя в телевизор плевали на эстер. Друг друга лупим смертно, зато Луис Альберто действительно напился и стать не смог отцом. Звереем в драке пьяный, зато у Марианны есть куча их песа и есть деревня дом. Плевать, что нету хлеба, что отвернулось небо, нам лишь бы с кем попало поплакать заодно. Великая родная страна моя дурная, где счастье в каждом доме, пока идет кино. Где счастье в каждом доме, пока идет кино. Ну, знаете, в последнее время, уже несколько лет, я начинаю свое выступление с песен, цикл не цикл, но как-то он так потихонечку разрастается, о нашем сегодняшнем дне, о нашем сегодняшнем человеке. То есть я его называю так, мой лирический герой. Мы с ним встречаемся крайне редко, часто спорим, потому что антагонизм полнейший. Ему нравится то, что не нравится мне, и наоборот. Он у меня такой немного сдвинутый человек такой, потому что быть нормальным человеком в той жизни, в которой мы живем, я считаю, практически невозможно. Потому что бьют и снизу, сверху, слева, справа, и семья, и дети, и правительство, и атмосферное, опять же, явление озверели в последнее время. Поэтому он такой, он очень активный такой человек, ему все интересно, все нравится, он политикой увлекается. Чем не знает, но увлекается он такой. Выхожу в вечеру с пулеметом на родной укрепленный балкон. Фендехов паразит, а чего ты ходишь мимо и мне не знаком?
Не дорожи ты, как валютую стужу, и не мни перед смертью штаны. Ты как только ступил через лужу, так нарушил границы страны. Нет на карте ее и не будет, да и карта уже не нужна. Мы простые, спокойные люди, и у каждого в хате страна, и у каждого в хате держава, и запасы лежало еды. И не надо ни денег, ни славы, лишь хватило бы только воды. Бывало, братцы, хуже, по правде говоря, ой, тонули, братцы, в луже и шли через моря. Сдавали, братцы, нервы и брали города. Ай, Трефьеву вечеровы легли, да не туда. Ай, Трефьеву вечеровы легли, да не туда. Закурю я сушеную каку. А че ты нос-то скривил, ё-моё? Ты же первый завяжешься в драку за какое-то там мумиё. Я своё просушу и просею, и столку, и готов самосадку. Ну, конечно, не Винстон, не Селем, но бесплатный зато аромат. После третьей глубокой затяжки, заглотавши на олби талон, я цепляю гранаты к подтяжкам, с пулеметом иду на балкон. А внизу ты торопишься, бедный, нарушаешь границы страны. Эх, народец пошел нынче вредный, все же смял перед смертью штаны. Бывало, братцы, хуже, по правде говоря, и тонули, братцы, в луже и шли через моря. Сдавали, братцы, нервы и брали города. Ай, Трефьеву вечеровы легли, да не туда. Ай, Трефьеву вечеровы легли, да не туда. Оп! Ну, вообще-то, вы знаете, я где-то даже побаиваюсь своего лирического героя, потому что иногда его безумие просто принимает форму какого-то такого провидения. Вот, например, он как-то принес мне песню после посещения одного из митингов, а сейчас предвыборная кампания опять разворачивается вовсю. Вот. Он там постоял на митинге, потолокся, и принес песню, в которой я потом уже с удивлением, когда начались все эти дела в Чечне, вдруг обнаружил такую строчку и сам наткнулся на кинжал. Я его попытался спросить, мол, ты что имел в виду тогда еще, провидец хренов. Но его не было, он на какой-то очередной митинг убежал и просто песня осталась. Так он стоял только в первом ряду, ему же только в гуще толпы быть, он видел только ботинки выступающих, вот, видно, музыкой навеяло. А я на митинге хожу, стою у самой, блин, трибуны. Смотрю я, кто во что обут, все речь слушаю подряд. А на трибуне, блин, стоят одни народные трибуны. И говорят, и говорят, и говорят, и говорят. Один кричит, зайдет она, звезда пленительного счастья. Другой кричит, у той звезды пересчитать бы все концы. Один кричит ко всем чертям, все эти органы и власти. Другой кричит, все эти органы и власти, молодцы. А у меня с собой бутылочка, зубровочка, в кармане медырявом. И я тихонечко зубровочку из горлышка топчу. Я не хочу ни в центре быть, ни левым и ни правым. Я просто-просто жить хочу, а чтобы нет, не хочу. У телевизора сижу я, блин, у самого экрана. Смотрю я, кто во что одет, программы все смотрю подряд. А на экране каждый день одни воюющие страны. И говорят, и говорят, и говорят, и говорят.
Один кричит, две пули в лоб, но полушарьями задело. Другой кричит, шары залил и сам наткнулся на кинжал. Один кричит, он пострадал за наше общее задело. Другой кричит, железный дух, боец кремень, кинжал сломал. А у меня с собой бутылочка, перцовочка, в стакане не разбитом. И я тихонечко, перцовочкой одна смерка лечусь. Я не хочу ни быть борцом, ни быть героем, блин, убитым. Я просто-просто жить хочу, а чтобы нет, так не хочу. А я на кухню захожу, сажусь и самый, блин, кастрюли. Ломаю крупный черный хлеб и солью крупную солю. А за окном бушует жизнь и тихо гадят птицы гули. А я половником ем суп и вас отчаянно люблю. За то, что такая вся, ну вся такая. За то, что были вы всегда, а может есть, а может нет. Гляди-ка, митинг за углом. Все, я исчезаю. Но выключаю за собой я телевизор, газ и свет. Не знаю, как кто, а я очень жду очередных выборов, потому что вот прошлые выборы подарили мне вот несколько песен, и я с таким большим душевным трепетом к ним отношусь. Я однажды, когда видел предвыборный митинг господина Жириновского, 15 минут постоял, потом какое-то подсознание меня увело. Но через 15 минут, я вам клянусь, я был готов идти там утюжить Эстонию, как бы пиндюрить Молдавию, грохать Латвию и мочить сапоги в Индийском океане. Знаете. То есть завораживающее действие, знаете, он брыжет слюней метра на три, поэтому все, значит, стоят так поотдаль, вжавшись друг в друга. Но вот какое-то такое гипнотическое воздействие оказывается. Через 15 минут я помотал головой, стряхнул чары и побрел дальше, значит. Вот, жду вот, просто когда он начнет предвыборно кричать по Москве. Самое-то, знаете, интересно, что водка-то хорошая, Жириновский. Доводилось пробовать? Водка хорошая, стоит в два раза дороже, ведь подлец обещал по дешевке продавать. Не выполнил предвыборное обещание, а. Ну вот после этого 15-минутного, значит, мотания головой появилась такая песня, когда еще огласили результаты исконных выборов. А в стране дураков, дураков не осталось. Все приехали к нам погулять, отдохнуть. А у нас, как всегда, темнота и усталость. А у нас все путем, только где он тот путь? Под тяжкий вздох хлопану стакан. Сам себе бог, сам себе пан. В душу залез, там темный лес, в лесу дупло, в дупле тепло. А у нас днем с огнем, а в потемках без свечки. Согреваемся в стужу, а сохнем в воде. И вокруг мельтешат в основном человечки. И все меньше и меньше нормальных людей. Под тяжкий вздох хлопну стакан. Сам себе бог, сам себе пан, в душу залез, там темный лес, в лесу дупло, в дупле тепло. Ла-ла-ла-лай, ла-ла-ла-лай, та-ла-ла-лай, ла-ла-ла-лай, в душу залез, там темный лес, в лесу дупло, в дупле тепло. А в страну дураков дураки не вернутся.
им без наших теперь ни туда, ни сюда. И вздыхают босые кудри, по ветру вьются. И осталось в войне победить, как всегда. Подтяжки вздох, хлопану стакан, сам себе бог, сам себе пан. В душу залез, там темный лес, в лесу дупло, в дупле тепло. Ла-ла-ла-лай, ла-ла-ла-лай, та-ла-ла-лай, ла-ла-ла-лай. В душу залез, там темный лес, в лесу дупло, в дупле тепло. Вот, ну и не знаю, по поводу или без повода, но как-то с Вадимом и Валерой Мещуками мы решили так отдать должное теории Дарвина, пока еще ее не отменили у нас в школах, пока все мы еще происходим от обезьяны. И по нашему глубокому убеждению процесс эволюции далеко не закончен, то есть людьми мы еще не стали, проходим стадию народа. Поэтому у всех есть хвосты. Знаете, вот как экстрасенсы видят третий глаз во лбу у человека, мы видим хвосты. Вот красивые такие, пушистые, большие, это маленькие, гаденькие такие хвостики. Ну и в зависимости от этого кто-то притыкает успешно свой хвост и гордится им, а кто-то прячет его и переживает очень. И мы написали несколько песен по этому поводу, и мой вклад вот в разработку теории Дарвина составил такая своеобразная обезьянская цыганская. Не дразни нас, не дразни, да не корчи рожи ты. Ох, придут другие дни, да не те, что прожиты. А звереют детки так, от судьбы, от муторана и от замок на клетке так. Со стороны окон утренней. La-da-da-da-da-da-da. Кто рассказывает сказки без счастливого конца, а кому-то жарко в маске, кто-то мерзнет без лица. А вы хоть душу не изнаньте, головы бубенные. А вы кругом-то гляньте, гляньте, а все вокруг крапленые. Ох, не дразни нас, не дразни, да не корчи рожи ты. Ох, придут другие дни, да не те, что прожиты. А звереют детки так, от судьбы, от муторана и от замока на клетке так, со стороны окон утренней. Ла-да-да-да-да-да-да. Даже самому страшно стало вообще. Ну, можно говорить обо всем этом и по-другому.
шатки, круг за кругом никуда. У лошадок хлеб не сладкий, нынче с сахаром беда. У лошадок хлеб не сладкий, нынче с сахаром беда. Да разве ж только в этом дело, нынче в душах не лады. Серым камнем затвердело ощущение беды. Серым камнем затвердело ощущение беды. Напрямую, разогнавшись на кругу, и пуститься в плясовую с рысаками на бегу, что остались за плечами расписные миражи, чтобы треснул серый камень от движения души. Пока бегут лошадки, теплым воздухом дыша, все как будто бы в порядке, и жива еще душа, все как будто бы в порядке, и жива еще душа. Первая записка тоже очень ответственна. Вот так сделал. Пожалуйста, заплыв и колоколинку. Так. Сейчас будем выстраивать рейтинг песен. Референдум проводить. Спойте, пожалуйста. И дальше длинный такой перечень из 10 песен. Частушки, огромное небо. Огромное небо, да? Огромное небо, огромное, одно на двоих. Слова подзабыл. Колоколенька, Апуччи, дрессировщик лев, трехколесый лев, свадьбу 2. А свадьбу 3? Ну, что-то есть. Репортаж хоккея ГДР СССР. Хорошо. Чехословакия стала ГДР. Ничего. Исповедь Наполеона в магазине. Знаете, вот так называют песню, что потом вот так и начинаешь объявлять уже. Исповедь Наполеона в магазине. Никогда не думал, что это исповедь. Ну, ладно. Однажды мне пришла записка. Спойте, пожалуйста, песню про льва с дрессировщиком во рту. Это было очень хорошо. Ах, мадам, как снег, да, это из гусар. Ну, это третье отделение нашего концерта, которое пройдет в одном отделении. Так. Так, вы бы не могли спеть песню про зеленое небо, красные облака. А, без присутствия. Если у вас проекты песни с Мещуками. Знаете, да, у нас остается такое дружеское сотрудничество, и какие-то есть новые песни, конечно, не так много, как хотелось бы, но вот мы записали лазерный диск, не троих уже, сообразили не троих, который сейчас будет вот дорабатываться и как-нибудь выйдет в свет. Когда-то в «Веселых ребятах» вы пели песню «Не стойте, люди, под стрелой». Да? Нет, это, наверное, Гриша Гладков, да? Это
там, где идет строительство или подвешен груз. Если вы ее помните, пожалуйста, исполните. Помнил бы, исполнил бы. Застраховаться, не поле перейти, там под стрелой ничего не было. Веселые ребята, кстати, сняли продолжение. Ну, это не продолжение, это уже отдельная такая новая программа со старыми лицами. И называться она будет, раньше называлась «Веселые ребята», сейчас будет называться «Серьезные мужчины». Вот, очень плотная была работа, сейчас идет монтаж не менее плотный. Продолжаете ли вы совместное творчество с братьями Щуками? Продолжаю. Кстати, братья Мещуки сейчас находятся на американской земле. Просто учат американцев, как надо жить и слушать наши песни. Где-то в начале мая они уехали, вот 15 июня должны возвратиться. Последний концерт у них будет в ООН. Я думаю, там сразу все прекратится, все эти конфликты. ООН послушает мужиков, все будет нормально. Судьба распорядилась так, что я какое-то время своей жизни, в последнее время, проводил в иностранных путешествиях, которые сейчас модно называть круизами. И судьба распорядилась так, что, наблюдая за собой в первую очередь и во вторую очередь за людьми, которые плывут со мной, плыли на кусочки нашей территории, обшитой железом, как они ведут себя там. Ну, сейчас уже все нормально, сейчас уже иностранцы уже робеют, когда мы приходим к ним на берег. Меня потрясло несколько картинок в Японии. Мы пришли в город с удивительно поэтическим названием Фусики. Да, в Японии есть такой город Токио, потом Фусики. Такой двухэтажный деревянный город с деревянными дощатыми тротуарами. И, значит, там японцы сразу же бульдозером старые свои машины подгребли так к краю причала. Что наши только, значит, причаливают, они так сваливают эти машины и долго машут вслед. Так, попутный ветер, чтобы плывите, плывите. И там идешь по улице этой Фусики. Меня потрясло, когда я зашел в какой-то переулок, там огромный щит стоял такой фанерный, размером во весь переулок. Масляной краской по-русски было написано, видно, что японской рукой так. Сюда нельзя! Кстати, в Японии на магазине висит табличка, по-русски написано. Без приглашения не входить. А всем, значит, туристам, сходящим с борта теплохода, раздавали такие отпечатанные листочки, тоже японцы набирали на компьютере, поэтому там с грамотностью все нормально. И там пункт 8, по-моему, там, как надо себя вести в Японии. Пункт 8 гласит следующее. Совершив покупку в магазине, не забудьте оплатить ее. У них есть такая давняя древняя традиция, около магазина стоит так, что типа наши урны, и там зонтики. Ну, вот вышел из магазина, дождь, взял этот зонтик, прошел до дома там, принес, положил назад. Наши гордые, нагруженные зонтиками, возвращались на теплоход. Под вечер, там потертые ручки, говорит, по дешевке взяли, нормально, работает там все. Вот, ну и, значит, две круизные песни я хотел бы вспомнить. Первая была написана после того, как я побывал в Китае, там, с бригадой артистов, которые составляли малую часть населения корабля, а большую часть составляли практически идиоты, практически полные дебилы. Но это на первый взгляд, потому что люди ехали в Китай, одетые в шинели наши, адидасовские костюмы, Малборо и шинель, пуговицы и погоны старшего лейтенанта. Боец поехал в Китай. Потому что китайцы очень любят сукно наше, и можно было сделать выгодный ченч на базаре, там, пуховик синтепоновый или кожаную куртку. Так, за рукава берешь, так получается две кожаные куртки, но однорукавные. И вторая половина ехала в драповых пальто, такой толщины драп, шили еще тогда. До войны.
И стоят так. Человек выходит из пальто, оно стоит. Надо пули не пробиваем пальто Ильича. Так вот. Каплан там просто бы отдыхал, нечего делать. Никакой браунинг не пробил бы. И штук по 10-15 фетровых шляп, так, нанизанных одна в одну, держали люди. Зрелище, представьте себе, потому что китаец, странный человек, он женится только в драповом пальто, оказывается, и в фетровой шляпе. Жених. За такую любая пойдет. И тоже, значит, этот товар пользуется спросом. Я видел, как человек выходил по трапу наш, шел так, растопырив руки-ноги, потому что у него подзорная труба была в рукаве, подзорная труба в рукаве, бинокль здесь под курткой, бинокль там под курткой, электромотор в штанах, он громыхая шел под рамку. Там я впервые понял, что бизнес, явление наднациональное. Потому что 150 наших, значит, было, челноков, и 150, примерно 200 идиотов, таких же, только китайских, ждали на причале. Молча стояли, и один так стоял, другой так стоял, третий так стоял. Там нужна была подзорная труба, бинокль, там, часы. И наши, значит, да, японцы, китайцы в ожидании, значит, товара, они так пристали на цыпочки, у них глаза округлились. А наши так прищурились и пригнулись там, с трапа там. Все стали на одно лицо совершенно. То есть образовалась новая нация. Челноки-бизнесмены. Было очень страшно наблюдать, как эти две толпы молчаливо так сближались, так... Все, и все стали на одно лицо вообще, потому что там язык дружбы понятен всем. Но все это происходило в китайском городе Дайлянь. Рынок там называют «Желтый дом». Причем без обиды так, не имея в виду того содержания, которое знаем только мы. Там действительно такой стадион желтого цвета, крытый. И там, значит, горы товара, наши с вилами наперевес, и те, значит, с тоннами товара. И вот они там братались. Ну и вот я написал такую песню, это песня-репортаж, то есть так, что увидел, то и написал. Такое руководство к действию, кто соберется в Китай, знаете, что вести, и все нормально. Это было как раз в то время, когда Михаил Сергеевич произнес свою знаменитую фразу: «Мы знаем, кто есть ху». То есть лингвистические умы до сих пор бьются над разгадкой, над смыслом этой фразы. Но слово не воробей. Темно море, пароход, темно море, битый лед, за кормой остались Владика огни. И как море тает след, тают дым от сигарет, и надолго растянулись эти дни. Ах, папа, папа, давай пальто из драпа, давай шинель, который дедушка скакал. Ах, папа, папа, давай из фетра шляпу, китайцам еду заработать капитал. Ах, папа, папа, тоскую возле трапа, ведь у меня две дамы и одна семья. Ах, папа, папа, сосу большую лапу, китайцев много, на базаре ничего. По приплытии в Дайлянь я купил большой юань, и трусою в желтый дом я поскакал. Но ступивши на порог, как сразу за ним мог, показалось, будто в тащинку попал. А китайцы молодцы, все как братья-близнецы, налетели с попом сразу в тот же миг. Я кричу: ядрёно вошь, нас не купишь ни за грош, лишь за кожу, а еще за пуховик. Тут один снимает френч, предлагает делать ченч, говорит: товарищ, а ты холосал? Я в ответ: как гражданин, вынимаю из штанин кое-что, а также кое-что еще. 8 сталинских пальто и свиньи морской манто, 40 пачек папирон, флангорук для волос, и подзорную трубу, и подзорную трубу, и подзорную трубу, и еще одну трубу с боем матерным, часы, безразмерные трусы, 40 пачек табака, литр спирта для рыбка, девственные валенки, да не почти старенькие, фотографию жены, карту родины страны, полуспальную кровать, дождь, чтоб зубы ковырять, бронебойный кирогат, мытый тещий унитаз, самогонный аппарат. Не, его кладу назад, тесто с наушным плащом. И еще. Все лежат, а я стою, рады за страну мою, за народ, который вынесет, что хочешь. И не важно, кто есть ху, кто внизу, кто наверху, важно то, что жизни нет, а ты живешь. Ах, папа, папа, давай пальто из драпа,
давай шинель, который дед скакал. Ах, папа, папа, давай с ветра шляпу, китайцам еду заработать капитал. Ах, папа, папа, тоскую возле трапа, ведь у меня две дамы и одна семья. Ах, папа, папа, сосу большую лапу, китайцев много, но вот это без меня. И вторая история, которая меня потрясла до глубины души, произошла в испанском городе Барселоне, когда артист Московского театра «Плюс», которым руководит Леон Измайлов, такой Николай Лукинский, сам он из Смоленска, что немаловажно для нашего повествования, вдруг обратился ко мне со странной просьбой. Он подошел, так глядя мне в глаза, сказал: «Слушай, ты не первый раз уже здесь, своди меня в секс-шоп». Мы пошли. Но я вот недавно его видел. Я говорю: «Коль, смоленский секс-шоп открыли?» Он говорит: «Нет». Так что смоленские люди страдают. У вас есть секс-шоп? Уже, да, нормально, существует. Давно уже, да? То есть знаете, что там продают, да? Интересные изделия. Вот. Ну, Колю это, да, поразило, но особенно поразил его стеллаж с видеокассетами. Я не буду пересказывать содержание, нет. Там их не показывают. Его поразили обложки, там фотографии были героев этих интересных ужастиков. И нижний ряд, когда он так глазом добрался до нижнего ряда, там были изображены, как сейчас говорят, эти... мужчину-женщины одновременно. Ну, Смоленск тоже он таких не видел никогда. Не больно тебе по улице так ходят? Ну, там сложно было с ним. А он боксер еще в прошлом. Я еле увел того. Он не верил, что так может быть на самом деле. Ну, и появилась такая тоже песня-репортаж. Сегодня внутренне и внешне хорошо. Сегодня все пьяны и даже без вина. Сегодня Кольк собирается в секс-шоп. Сегодня радость на лице у другана. Глядит на стрелки часовые, ну же, ну ж. Наводит стрелки на вельветовых штанах. И даже в этом гражданин, а также муж. И все такие же у Кольки в друганах. И мы идем, гуляем, молча, не спеша. Напряжены, но виду мы не подаем. А птички в клетке где-то там стучит душа. А ну не сдюжим и державу подведем. А вот и шоп, точнее, трудно рассчитать. Заходим цепью, как в горах, когда буржит. Рука в кармане обхватила рукоять. Чего-чего, ну, в общем, то, что там лежит. А он стоит примерно, будет нам по грудь. Отполированный, ну что ж, как живой. И Колька шепчет, еле слышно, не забудь. А сам с лица сменился, парень сам не свой. Я гадом буду, не забуду, слышь, Колян. Мы подтянулись и вошли, как на парад. И Колька шел, как представитель всех смолян. А там, заразы, хоть и лежа, а стоят. И вот такие, и такие еще. Вот длинноствольный, будто палк проглотил. А вот и лысый, ну не дать не взять, Хрущев. А вот чернявый, будто кто его коптил. А вот устройство для желания извне. А вот и гайка, чтоб закон приди внутри. И только слышен Колькин шепот: «Братцы, нет! Ну так же в жизни не бывает, посмотри!» Мы посмотрели, обалдели, вот где хрен. Стоим и думаем, что-то здесь не то. Сидит девчоночка с грудями до колен. Ну, правда, девка не живая на фото. А рядом негра, будто девушка с веслом. Но там весло, а здесь как есть на трех ногах. А рядом тетка так ребят разнесло, что можно целый взвод упрятать в сапогах. Колян присел, видать, ногами ослабел. И вдруг кричит, и мы к нему ныряем вниз. А там написано: «Красотка Анабел». Ну мы как глянули, вообще оторвались. Вот так вот смотришь, да, чувиха, все при ней. Шестой размер, помада кудри, алчный рот. А так вот глянул, ой, ребят, есть же ей. Крупнокалиберный немецкий пулемет. Колян кричит ядрёно: «Вошь, фотомонтаж! Ща держану разок, и будет все путем!» Тут продавцы на нас пошли на абордаж, а мы спина в спине у мачты с ним вдвоем.
Они не знали, что товарищ наш боксер. Они раскрылись, будто трюмы корабля. Он бил за родину, за братьев и сестер, бил за березки и родные тополя, бил от души, в которой сохнет маята, бил за великую из всех великих стран. Он на ночь высосал бутылку без винта, скрипел зубами и кричал: «Но пасаран!» Что за жизнь у нас, ребята? То ли кукла виновата, то ли глупые лисята. Море синее зажгли и остались, как и прежде, вместо праздничной одежды не сгоревшие надежды. Да кораблик нами гори-гори, гори ясно, дым начало облаков, а на закате солнце красно, на восходе далеко. Вот потушат синее море, взвоют волны на просторе, ни одной волне не вторя, будет петь одна волна, будет кукла капитана. Буду я матросом пьяным, океаны как стаканы будут выпиты до дна. Все на самом деле просто, мчит кораблик солнцу вслед, а ветер дунет, будет остров, а не дунет, так и нет. Приплыву на берег дальний и кораблик отпущу, и махнув рукой прощально, я на землю наступлю. Пусть плывет себе обратно, возвращается туда, где со спичками лисята и горящая вода. Гори-гори, гори ясно, дым начало облаков, а на закате солнце красно, на восходе далеко. А все на самом деле просто, мчит кораблик солнцу вслед, а ветер дунет, будет остров, а не дунет, так и нет. А вы знаете, это дождь. Это гроза. Это я вам дождик привез. Ну, продолжим под настроение. Догорает сигарета, пальцы жжет. Много в пепельнице битых тараканов. В ванной комнате давно вода течет. Дай-то Бог, чтоб хоть текла она из крана. А вот и нет, видать, что верхний мой сосед утопился, если брать размер потека. Так и капает уж 40 с лишним лет, то ли с запада, а может и с востока. Серебристой малой рыбкой юность буйная прошла, лишь торчат в трясине зыбкой два потерянных крыла. И тик-так, тик-так, Титаник лег на дно спокойно жить. Дама пик все манит, манит, хочет
переворожить. Дама пьет, все манит, манит, как заманит, так обманет. Та-ра-ра-ра. Обвалилась штукатурка, вот тяна. По стене размытой трещины змеятся. Это ж только с виду, вроде бы стена. Это ж только с виду хочется смеяться. Догорает сигарета, пальцы жжет. В голове от тараканов тесновато. Тихо капают года, и жизнь течет. А вода, она ни в чем не виновата. Серебристой малой рыбкой юность буйная прошла. Лишь торчат в трясине зыбь и два потерянных крыла. И тик-так, тик-так, будильник не захочет разбудить. Где ж дружок мой собутыльник, чтоб напиться и забыть? Чтоб напиться, биться, биться, может, что-то и приснится. Та-ра-ра-ра. Догорает сигарета, пальцы жжет. Много пепельниц, битых тараканов. Недавно был в Казани, там как раз собиралась старая команда, 25 лет снежному десанту из филфака Казанского университета было. Того самого снежного десанта, в котором я провел 6 походов, прошел, и откуда появились песни, вот «Колоколенка» в том числе тоже была написана по итогам одного из походов. И вот там, знаете, бывает так, вот начинаешь писать песню, доходишь до какого-то определенного момента, и какой-то затык. Я никогда не форсирую, я сразу откладываю, не знаю, там, в долгий ящик, куда-то там, в подкорку. И когда наступает какой-то момент, какое-то событие или какое-то, не знаю, там, какая-то душевная подвижка, вдруг это всплывает и встает на свое место, и песня получается. Я не знаю, вот я ее начинаю чувствовать. Вот именно там, буквально, не знаю сколько, 2 недели назад, почувствовал песню, которая была написана, в принципе, несколько лет назад. И никогда ее не пел, а сейчас вдруг запел. Старый дом, где вместо кресел подоконники, приютил у телевизора окна. Полночь за полночь, а я сижу спокойненько, наблюдаю, как меняется луна. Только что была серпом, уже без молота, а теперь как неразмененный пятак. Только что все были счастливы и молоды, а теперь уже не так. Отсюда увозили нас, сюда нас возвращали, отсюда мы уехали, приехали сюда. А ехали с орехами, скакали с калачами, бултыхи в ямку канули, и годы, и года. Бултыхи в ямку канули, и годы, и года. За окном мелькают кадры старой хроники, наши лица проплывают стороной. Все мы вместе, все орлята, все соколики, и вихры нам приминает дождь грибной. Каждый вечен, каждый учен, каждый стоящий, зубы мелкие, но острые уже. Далеко еще, ах, как же далеко еще, подоконник на 4-м этаже. Отсюда увозили нас, сюда нас возвращали, отсюда мы уехали, приехали сюда. А ехали с орехами, скакали с калачами, бултыхи в ямку канули, и годы, и года. Бултыхи в ямку канули, и годы, и года. На стене другой рукой та же формула,
имена другие, равенство одно. Что-то помнится из фильма бело-черного, что-то доброе, ну прямо как в кино. Словно годы пролетели, будто не были, или где-то выше просто этажом. Жаль, что сказка как была, осталась небылью. Да и где она, дорожка в этот дом? Отсюда увозили нас, сюда нас возвращали. Отсюда мы уехали, приехали сюда. А ехали с орехами, скакали с калачами. Бултых и в ямку канули, и годы, и года. Бултых и в ямку канули, и годы, и года. Ночь полночь, а в окнах звезды сигаретные. Соколятам и орлятам не до сна. Лезут в голову вопросы безответные. Растравила душу чертова луна. Загудела голова, пустая звонница. За окошком дождь не старый моросит. То ли где-то тихо капает бессонница, то ли бьют незаведенные часы. Отсюда увозили нас, сюда нас возвращали. Отсюда мы уехали, приехали сюда. А ехали с орехами, скакали с калачами. Бултыхи в ямку канули, и годы, и года. Бултыхи в ямку канули, и годы, и года. Ну и прежде чем пойти взять очередную порцию эпистолярного жанра, песня, которая вот на сегодняшний день является последней написанной, тоже где-то вот-вот-вот появилась она. Тоже своя такая маленькая предыстория. Несколько лет назад из Миасса ехал автобусом, дорога, что-то такие какие-то образы возникли, и так и остались. А вот в последнее время вдруг пришли, постучались и встали на свое место. По дороге быстротечной, на лошадке типа лаз, мимо станции конечной, удаляюсь я от вас. Полугрешенный, полусвятый, чистокровно сам не свой. Ох, ребятушки, ребята, долго еду я домой. А где тот дом, что в доме том? Горит очаг, трещит свеча, а у огня сидит родня, сидит родня. Знакомая дорога от восхода на закат. Говорят, уже немного, а чего не говорят. Позабыв свои обиды, прежние сутолоки дня, приглашают годы гиды на экскурсию в меня. Где тот я? Где песня моя, она о том, что где-то дом, там у огня сидит родня и ждет меня. Сидит родня и
меня. Дважды два всегда четыре, хоть умножить, хоть сложить. Есть надежда в этом мире, значит, будем в мире жить. Но пока в душе тревога и не виден поворот, продолжается дорога от заката на восход. И будет дождь, и будет снег, и будет день, и будет век. Но знаю я, что у огня сидит родня.